Ну и на всякий случай я озвучу оставшийся список запасных Норвича. Это голкипер Марк Банн, Марк Тирни, Райан Беннет, Александр Тетей и Элиот Бен. Удар по воротам. Хет-трик Луиса Суареса. 4-0. Уругваец оформляет в матче с Норвичем очередной хет-трик. И счет становится 4-0 в пользу Ливерпуля. Обводящий удар в дальний угол ворот Джона Радди. Мяч ложится в притирку со штангой и Нури Шахин. Вторая голевая передача на Суареса в исполнении Шахина. Сразу три человека окружили Шахина. Он от них избавился одной точной передачи на Суареса. Суарес не стал сближаться. И с линии штрафной переправил мяч в ворота Джона Радди. 4-0. И теперь я думаю, что Крис Хютну стоит задуматься не столько о замене полевых игроков, сколько, может быть, даже о замене Джона Радди. А почему бы и нет?